Добрый день, уважаемые господа. Позиция ручной пылесос трехруликовый. Отличается оно от двухруликового. Это первое наличие еще одного рулика и производитель. Если у двухруликового производитель Турция, то здесь Китай. Но по качеству он не отличается. То есть эксплуатация у него отличная. Очень хорошо справляется с своими обязанностями. Единственный косяк, который, я считаю, здесь присутствует, это слабая кнопка. То есть открывается легким нажатием. Все. Единственное, вот это и все. Остальное, как бы, все на высоте, все нормально. Ну, цена, соответственно, у него дешевле, так как родители в Китае сделали его чуть подешевле. Двухроликового. А в остальном, хорошая модель. Все, всем удачных продаж.